Доброго здравия, уважаемые любители братьев наших меньших. С вами Константин и мои питомцы. Соседский пес сбежал, подкопал, видимо, забор. Он это любит делать. И нервирует наших собачек. Сегодня я буду показывать, как кормлю своих собак. Врач рекомендует давать или сухой корм, и только сухой корм, и ничего больше, либо готовить корм самостоятельно. Конечно, сухой корм проще. Как говорит наш ветеринар, что в сухом корме все сбалансировано, и так правильно сбалансировать мы не сможем. Рекомендует она мне несколько видов кормов. Один из этих кормов называется Грандорф, ягненок и рис. Вот. На нем мы остановились, но он не дешево стоит. Но кушают они его уже на протяжении года, наверное. Фарося. Тоже я, конечно, кормлю не только сухим кормом, потому что все-таки хочется им дать и вкусняшек, и мясо. Хотя в сухом корме мясо, поверьте моему ветеринару, достаточно. И всяческих питательных вещей. Ну, а что вы скажете, уважаемые телезрители? Что вы скажете по поводу сухого корма? Может быть, вы что-то порекомендуете мне? Ведь многие говорят в своих комментариях, что я профан в собаководстве. Да, Дуняш, я профан в собаководстве? А я и не претендую, Дуняш, на какие-то там регалии, да? На какие-то регалии я не претендую. Кто там? Что случилось? Кто там дерется? Кто-то дерется. Петушки, вы там разберитесь уж. Это не моя стихия, это ваша стихия. Вы там поставлены надзирателями и хозяевами. Вот тут Глаша воспользовалась моментом. И пока нам никто не мешает, мы ее... Гладим. Вот, как хорошо. Глаша, да? Вот. Фрося подходит. Ну давай, и Фросю, и Глашу. Ну вот, и еще кто-то подошел, кого не звали совсем. Дуняш, я тебя не звал. Вот так вот приревновал. А Дуняша за хвост. Да еще как рьяно. Вот так вот. Ну ладно, приступим к трапезе. Пойду я за едой. Кушать. Ну давайте. Так, ну что тут, что? Кто у кого кушает? Посмотрим. Дуняша, что ты хочешь? Ты или кушай, или ласкайся. О, вот видели? Что творит Дуняшка? Ну надо же, а? Как ей не стыдно, не совестно. Ее приютили, к ней хорошо отнеслись две белые сестры, а она тут свои порядки диктует. На шею им села и лапки свесила. Надо, пожалуй, ее за территорию взять, за территорию, чтобы она там снова оказалась трусишкой. Вот, Глаша,
Глаш, иди, иди, там у тебя еще, наверное, осталось. Не бойся ты эту Дуняшку, не бойся. Ну, Глашу прогнали от еды. И прогнала ее не Фрося, между прочим. А вот кто ее прогнал. Иди доешь за Глашей, а то Фрося доедает. Ты отогнала Глашу, а Фрося доедает. Фрось, иди. Вот, молодец, Фрося. Давай с тобой помилуемся, пока эти две там разбираются между собой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, ну все, надо прекращать это. Все. Так, так, так. Так, так, так. Фрося, иди сюда. Ты самая приличная из всех собак. А ты видишь, что они творят, Фрось? Ты видишь, что творят, да? Это все Дуняша. Это ты ее научила, между прочим, ты знаешь? Это ты ее научила, да. Вот так вот. Теперь Глаша обиженная. Мне кажется, даже Глаша исхудала. Как появилась Дуняша, Глаша стала худой. Да. Потому что ей не хватает еды. Потому что Дуняша у нее все забирает. Но надо Дуняшу кормить поменьше, а то она потолстеет. Потолстеет. Ветеринары не советуют закармливать так всяких Дуняш и Фрось. Вон, посмотрите, Фрось какая жирненькая. Ну что это такое? Ну что это такое? А вот какая утонченная Глаша. Глаша утонченная, правда вся грязная, не пойми какая. Посмотрите на Фросю, да? Посмотрите на Фросю, какая чистая. И посмотрите, в каких колтунах, и не пойми, все заваленная какая-то. Это Глаша. А это вот Дунька, которая еще ни разу не была в салоне красоты собачьем. Ни разу не была. Но думаю, через месяц, где-то через два, нужно будет посетить салон красоты. Да, Дуняш? Нужно будет посетить салон красоты? Ну, посетим. Посетим. Ну что? Что ты сидишь и крутишь хвостиком? На этих ты внимания не обращаешь. Они не чета тебе. Совершенно не чета. Это дворняга. Все на все вот это вот дворняга лапки просовывает. А это... Хоть и аристократка, но ведет себя как дворняга. Поэтому все, про нее забыли. Фрося остался. Так, кто тут меня зовет? Кто меня зовет? Что? Что ты хочешь? Что? Что ты хочешь? А, Фрося... Все, Фрося подошла. Фрося требует ласки. Вы на втором плане, сударыня. А вы на третьем. Все. Будем только с Фроси миловаться. На всех других нам наплевать. Правильно, Фрося? Да? Вот так вот. Фрося крутит хвостиком. Кто-то тоже крутит там хвостиком. Но мы не будем обращать на других крутящих хвостиками. И там кто-то крутит хвостиком. Но подойти не решается. Подойти не решается. Дуняш, ну можешь подходить, конечно. Попробуй отогнать, может, Фросю. Попробуй отогнать Фрося, и тогда мы с тобой тоже помилуемся. Ну давайте проведем эксперимент. Вот Фрося, вот Дуняша. А мы просунем руку к Дуняше. Мы просунем руку к Дуняше. Ой, ой, ай, 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 ай. Вы мне так руку сломаете. Вы мне так руку сломаете, друзья мои. С вами надо быть неимоверной силищей. Неимоверной силище надо быть богатырем. С Богом надо быть на ты. Богатырь. Да? Дуняш. Ну ладно, давай на тебя переключимся. Ой, Дуняш, а ты мне больно. Дуняш, а ты знаешь, что ты мне. Я же не косточка, чтобы меня кусать, Дуняш. Дуняш. Давай уж аккуратненько. Дуняш. Ты что? Ты посмотри. Ты же меня так всего искусаешь, Дуняш. Ну это ж, ну это, так, ну это уже беспредел. Ну это беспредел. Это беспредел. Так, Фрось. Я понимаю, что ты ревнивая собака. Но ты знаешь, что Дуняше и Глаше тоже нужна ласка. Вон Дуняша меня там покусывает, она меня там покусывает, она меня покусывает. Так. Так, я понимаю, что вам не нравится это общение через решетку.
Но что поделаешь, мне надо зайти к вам туда и убрать вот эти миски. До следующего приема пищи. Да, Дунес? Давай-ка оставим Фросить и тебя все-таки поглажу. Давай поглажу. Давай поглажу. Ну вот, а Фроси не дает. Вот так вот, Дунь. Я ничего не могу поделать, Дунеш. Дунеш, я ничего не могу поделать, ты меня прости. Ты меня прости. Ну все, Фрося тут во главе. Фрося тут во главе, вот она легла. Вот она легла, уже все призывает, чтобы ее грудку трогали. Ну вот так вот. Все. Фрось, давай. Покедова. А кто тут за хвостом хотел побегать? Ты знаешь, что когда собаки бегают за хвостом, это признак идиотизма у собак? Дунеш, ты так не делай больше. Ладно, ты так не делай. А то зрители твоего канала подумают, что тебя тут оставили, знаешь, самой себе. И все, и никто с тобой не занимается. И никто с тобой не занимается. А вот с тобой Глаша занимается. Глаш, ты занимаешься там с Дуняшей, а я пока с Фроси помилуюсь. Вот они когда занимаются. Вот так вот, Фрось. Вот зачем ты научила Глашу обижать Дуняшу? Вот зачем ты научила Глашу обижать Дуняшу? Ну разве это прилично, а? Ну посмотри, ну. Ну отгоняет Глаша теперь Дуняшу? Отгоняет? Отгоняет? Ну вот. Так, у тебя столько палочек, у тебя всякие игрушки есть. А ты меня кусаешь, а? Ну нехорошо, Дунеш. Фрось. Прости, в клетку не хочу к тебе заходить. А то вы меня испачкаете, я сегодня в чистой одежде. Обычно я в грязной одежде, а тут сегодня в чистой неожиданно появился перед вами. Ну ладненько. Ну ладненько. Птички поют. Птички поют. А вы тут гавкаете. Не мешаете мне птичек. Мешаете мне слушать птичек. Так, кто кого? Кто кого? Ну, ладно. Опять Глаша подошла, опять ее отогнали. Опять ее отогнали. Тут первое место Фрося. Чемпион Фрося, первое место. Второе место мини-чемпион Дуняша. И третье место, как всегда, проигравшая Глаша. Ну, давай тебе почести тоже за проигрыш. Почести за проигрыш, давай. Ну, все, тебе даже почести не могу отдать, потому что тебя отгоняют. Отгоняют. Так, ну что, чемпион по проигрышам, давай. Ну вот, точно чемпион по проигрышам. Молодец, Дуняш, так держать. Вернее, так держать Глаша, так держать. Дуняш, ну молодец, молодец, быстро ты освоилась. Никто и не ожидал от тебя такой прыти. Ты давай тут потише. Я дам Фросе задание. Фрось, смотри, мне к тебе дело важное. Иди сюда, подойди. Подойди, смотри. Дуняша стала наглеть. Дуняша стала наглеть. Ты, пожалуйста, присмотри за ней. Так, кто там? Не отвлекайся. Присмотри за ней, чтобы она не наглела. Ты посмотри на эту наглую... На эту наглую... Ну, хотел сказать, рожицу, да? Рожицу наглую. Ну, это какой-то кошмар. Берешь ее за территорию, она строит из себя несчастную. Ну, она очень хитрая. Фрось, ты давай с ней проведи работу, ладно? Политработа такая у нас будет. Так, потише там, а? Вас сейчас не спрашивают. Здесь вопрос вот между ей и ей решается. Между ними решается вопрос, а не между вами. С тобой сейчас никто не играет, Глаш. Мы тут с Дуняшей и с Фросей обсуждаем насущные дела. А, попить в той миске кончилось. На сейчас. Вот опять надо чесать. Еще хвост не прочесан, смотрите. Так, здесь вроде шерсть-то нормально вычесана, а хвост вот плохо. Надо почесать хвост. А тебе чесать ничего сегодня не будем. Я на тебя злой. Так нельзя на шею садиться. Так нельзя на шею садиться. Мало ли, что тебя все любят тут. И зрители тебя любят, там, и хозяева, но это уже, знаешь, чересчур.
на шею села и лапки свесила. Да, Фрось? Вот, вот кто не сел на шею. Вот это умнейшая собака. Умнейшая собака. На втором месте по уму вот это. Вот это тоже не глупа. Не глупа. Но труслива. Но труслива. Ну, трусы. Давай я тебя поглажу. Иди, пока никто не видит. Давай. Вот, давай, 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 давай. Вот, видишь как? Вот. Вот. Что? Что такое? Что? Дуняша прыгает. Ты можешь допрыгнуть. Что, Дуняша, я не знаю, что у тебя такой маленький рост. Ну, иди, иди. Обижай, 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 да. Молодец. Так держать, так держать. Молодец, молодец. Фрось, ой, вернее, Глаша. Ты можешь ответить, а? У тебя масса больше. Хотя бы этим преимуществом пользуйся, а? Хотя бы этим преимуществом пользуйся. Понимаю, может быть, ты проигрываешь в скорости, да? Ну вот, куда-то побежали. Дуняша, Дуняша, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай тебя поглажу чуть-чуть. Ну вот, погладил одну Дуняшу. Собирался, вернее, погладить одну Дуняшу. Ну, тут как тут, подбежали ее подруги, или недруги, или не подруги. Или подруги, когда Дуняше что-то надо, например, поспать на матрасе по имени Глаша, то Глаша становится подругом Дуняши. А когда Дуняше не нужно, чтобы Глаша была ее подругой, то Дуняша вот так поступает с Глашей, вот так вот. Давай, Глаш, ответь, ответь наконец. Я вас хоть буду на собачьи бои тогда выставлять. Давай, 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 давай. Глаш, молодец, молодец, есть позывы. А Фрося пользуется моментом. Молодец, Фрося, вот смотрите, какая она умная, да? Кто-то тут только лапки. Смотрите, что такое. Чистая одежда. И вот тебе след чьей-то лапки. Дай сюда лапку. Ну что так? Что? Кто там рычал? Кто рычал? Ты рычала? На этом я и заканчиваю сегодняшнее видео, уважаемые друзья. Сегодняшнее видео было видео сквозь прутья клетки. Увидимся в ближайшем будущем.